На 27-м километре автодороги Махачкала-Буйнакск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2109 и «Лада Гранта» погибли 8 человек, из них двое детей. Сообщение о ДТП поступило в 13:28. По предварительным данным, причиной аварии стали маневры водителя «Лада Гранта», который пошел на обгон по встречной полосе и столкнулся с «девяткой». В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняются.